Доброе время суток. На сегодня мы хочу сделать такое видео. Это значит часы или циферблат. Вот это уточнение. Ну вот это вот. Это от Opel Zafira 2000 года. Обратите внимание на этот номер. Я имею в виду вот про этот вот, что внизу. Они не работают, не показывают циферблат. Остальное там никакой ерунды нету. Нашли на разборке вот такие вот, но как сказал нам продавец или там кто разбирал, что мол вот это вот от Омеги, от Омега Б или там что такое, ну тоже от Opel. Смотрите, визуально они типа похожи на друг друга. Вот тут у нее все чистое, вот это вот тут какие-то у нее эти крепления. У этого здесь нету это. И система управления, вот эти вот самые, тут у нее кнопки вот. Здесь тут уже черное снято, сейчас разобрано у нас. Нету этого вот. Ну, точнее, да, здесь есть. А здесь этого нету. Здесь оно тут сверху стояло, эти кнопки. Обратите на этот номер. Тут совсем другой номер. Но, по идее, я знаю, это, видите, пока еще не разобрано. Ну, в смысле, что? Вот этот штекер, как и здесь, он подходит на это. Мы включили, оно, ну, этот вот... Работает этот циферблат, все, никакой проблемы нету. Но он, видите, вот, вот этот его корпус и этот корпус, они разные. Сейчас что мы хотим сделать, короче? Внутренность из этого вытащить, поставить сюда. По идее, они должны пойти. Это уже все разобрано, оно легко разбирается. Здесь оно на запинках, вот эти вот запинки. Открывается вот задняя стенка. Потом это все вытащили мы. А здесь, смотрите, какая здесь разница. Вот этот вот панель управления, она вот здесь припаяна, вот. В трех местах. Сейчас мы что будем делать? Мы разберем вот это вот. С этих запинок снимем его. И посмотрим, как можно переделать это все. Сейчас мы ее разбираем, короче, вот эти вот запиночки раз-раз, чтобы видео не растягивать. А потом возвращаемся. Да, вот я заднюю стенку я снял. Сейчас смотрите, обратите внимание. То же самое здесь, вот как вот я положу его здесь, чтобы было видно. Вот то же самое, как я говорил, этот пульт управления, как называется, механизм управления, он находится вот он, здесь. И вот чтобы это вытащить, сам внутренность, вот здесь вот эти вот надо отжать. Как застежечки, только осторожно не поломайте их. Раз и два, и все. Оно выходит. Что у нас здесь еще такого есть? Что-то оно не дает нам выйти. Сейчас я на паузу разберусь с ней, потом вернусь. А, вот. Эту вот надо пластмасску здесь вытащить. Ну, это вот. Вот здесь надо отжимать это все. Сейчас отвертку надо здесь. Вот это вот все отжимать. Вот это вот. Походу он не снимается, если не распаять вот это вот места. Ну, внутренность то же самое. Сейчас я ее распаяю, вот это вот сниму, точнее, вот эту вот пайку, вытащу механизм и перепаяю это вот то же самое вот сюда. И потом уже вернусь, покажу вам. Ну, значит, вот уже у нас перепаянное все. Вот я уже припаял, это наш донор. Это вот наш, которая стояла на машине. Вот уже с отпаянным. Это вот механизм я отсюда отпаял, переставил сюда. Насчет того, как вот это вот разобрать ее, да, надо было отпаять, потому что эта планка, она отсюда не выходит, если ее только не распаять, иначе она отсюда не выходит. А еще здесь вот это вот, сверху вот эти вот клипсочки, вот эти вот раз, два, они в этих вот местах стоят. И отсюда их тоже надо нажать и вытащить. Ну, уже это вот готовое, сейчас надо кнопки поставить, а кнопки здесь... Ага, они с этими, с направляющими, так что их не перепутать. Сюда часы, типа, да, а сюда такая простая кнопка. Сейчас мы это все почистим. Надо салфеткой почистить, ее будет лучше.
Сюда не хочется залазить. А, тут надо попасть в направляющую, в паз. Угу. Ну вот все, застроилось, закрылось. Вот как это выглядит. Сейчас ту заднюю крышечку. Да, чтобы не перепутать, какая крышка от чего. Так. Да. Кажется, это было от этого, а это от этого. Потому что она была с одной лампочкой. Да. Ну вот как-то так. Вот. Все. Просто видео, знаете, как говорится, тема в какую, видео в какую тему, что, мол, дядьки там нам на разборке, блин, что это, не подойдет, это туда не подходит, это надо другое искать, ну, так приблизительно посмотрели, подприкинулись, ну, что, внутренность переставить, а что вот это вот, да, оно физически, да, оно различается, точнее, наоборот, вот, оно различается, вот это делали, вот это вот, и этот из-за механизма. Все, мы нигде не могли найти. Это небольшая, конечно, тема, но как-то некрасиво на машине, когда нету температуры, нету часов. А сейчас культурно так хорошо будет. Ну все. Тема для того, что переделать всегда можно ерундой. Из какой-то ерунды получилась уже вещь. Ну все, как-то так. Поделиться своим опытом с другими.